моя поймалась на два крючка. Один у него в большом пальце торчит. Всем доброе утро! Наконец-таки мы с Анечкой выбрались на рыбалку. И вот сейчас вот мы такие в зонтиках все. Да. Переплываем. Наши колеса гребут потихонечку. Добрались до нашего озера, на квадрике нашем. Ну так я бы сказал, потихонечку, в нагрузочку он прошел, хорошо так прошел, уверенно. Вот, доехали, тут под нами кругом одна болотина, все гуляет, все мягкое. Аня поймала уже первого окунька. Ну, наконец-таки мы выбрались на отдых. Пошли рыбачить. 4 часа добирались. О, Анютки первая поклевочка, точнее уже вторая. Ну покажь красавчика. Вау. Двух таких красавчиков. Молодец. Я тоже одного вытянул, но маленького. Сейчас будем пробовать закидывать дальше. Фух, не зря приехали. Погода прекрасная, тихо, ветра нету. Вот оно, да, есть, есть? Есть, 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 и неплохой. И очень даже неплохой. Отлично. Ох, какой окунёчек. Вот так вот, даже мы не хуже, чем другие. Ну да. Косодака рулит. Ну да. Мы ждали почти 2 месяца с половиной. Не ходили. Теперь вся наша рыба, которая нас ждала, она вот пришла к нам. Мелкую отпускаем, крупненькая как раз. Покажи. Красавчик. Грамм 350, наверное. Ну, неважно. Бусенок моя поймалась на два крючка. Один у него в большом пальце торчит. Этот вот, вот видите, крючок торчит. Пальце пришлось его сломать, а этот вытащить не может. Покой в палец впился. И это все из-за этой щучки. Трогай его там. Вырывай. Сильно там не раздолбайся, а потом палец очень долго болеть будет. Ну его по-любому надо доставать. Ну надо доставать. Здесь цевьё-то, оно по-любому мясо будет тащить. Что-то ты вырвешь. Что-то оставь. Мне за что-то чисто... тут тоже зацепилось. Не могу понять за что. А там же такие вот волокнистые мышцы. Ну даже в одежду как вопьется, зараза. И туда так. Ну я уже почти вытащила, вон, видишь? Такую операцию делаем. Может его тоже сломать и что потом, как мы и его в эту вытащим? Сторону? Нет, мы его потом вообще никак не вытащим. Боже мой, это ж... Все, так, это нормально. Так подожди, давай. Давай за остриё тяни. Так, да, его надо пробить и тогда вытащить. Его главное потом тут не потерять, иначе придется резать. Так, ты давай отключись, и вот за вот это остриё... Я думал, что ты такая крупненькая. Вот, а он такой... Нет, хороший. Ну, да, хороший. Ну, с почином. Тянул хорошо. С почином. Анютка пришла похвастаться своими окунёшками. Вот такой неплохой улов. Вот тут показывает один мой, ты ближний ко мне, тот её. А ну-ка... Подержи их вместе. Вот это мой, вот это твой. Ну, понял. Весов, конечно, мы не взяли, да. Какие весы? Я понимаю, там зимой. О, мой тоже жирнее. Отлично. Отлично. Мы сегодня неплохо половили. Кто-то даже хорошо половился.
на крючки, прям как окунь. Вот. Тучки какие-то начали подходить. Да, время уже 3 часа. Будем потихоньку собираться. Нам еще 3 часа ехать на квадрике. Так что чуть попозже покажем улов. Ого! Ну вот, такой вот мешочек у Анютки. Осторожно. Такой вот у меня. Мелочь мы выпускали очень много. Шурагаек выпустили. Вот. Так что вперед. Сейчас перегрузим мешки. Кресло было под стать. Очень удобно сидеть, когда ты спина болит. Так что все хорошо. Ты довольна рыбалкой? Очень. За 3 месяца вырвались наконец-таки. Супер, круто. Может, теперь фильмов продолжим дальше снимать. Сезон к концу. Тебе мяне. Тебе мяне. Мелочь мы тоже к ней подпускали очень много. Дабы... Да, в принципе, такую же мелочь мы считали. Это да, вот да, то, да. Что он пораненный со всех сторон. Ой, вот вот так вот мы песня, да. Грузимся. Вот. Решили остановиться. Ой, и грибочков. Вот и меч. Грибочков посрезать. Прям смотри. Точно. О, ой. Красавчик. А вот смотри еще. А вон еще, а вон где, еще. Где? А вот смотри, еще маленький вон. Смотри, какой да, маленький. Да, я вижу. А где ты еще видишь? Ну вот 2. Ага, еще. Еще надо просто раззуть глаза. Надо раззуть глаза и пойти. Такая полянка, слушай. Ну вообще, супер. Вот, на супчик хватит. Да. А хорошо постараться, можно и ведерко пособирать. Возвращалки домой. Ура, ура. Не спеша. И с удовольствием. Да, так оно, так оно, так.